Здорово. Многие просили обзор, не знаю, на студию мою. Я сделаю. Да, очень много людей просили. Ну, прям пипец много. Я даже сосчитать не смогу. Сразу говорю, студия не профессиональная. Думаю, как бы, мне смысла нет профессионально собирать. Ну, здесь есть такие решения, которые, ну, в принципе, ок. Короче, давайте по очереди. Это Дима, естественно. Это микрофон. Роудс, короче, гляньте. Ну, кто узнал, тот узнал. Я не хочу, я забыл вообще. Он у меня давным-давно, я только для стримов его раньше использовал. Ну, в принципе, он для записи ок, демок всяких. Многие спрашивали про установку мою. Это чтоб стену не пачкать, решение. Многие спрашивали про установку, типа, как у тебя так хорошо стоит и так далее. Ребят, во-первых, это колхоз. Ну, и то, что у меня получилось... Ну, издалека неплохо, это чудо, потому что это не специальная какая-то стойка, это обычная стойка сверху вниз, идущая в паук, короче, да. А этот экран я перевернул задом наперед. И вот, и снизу у него было такое крепление, я, собственно, сверху его закрутил. Это, да, это проводок, но это на всякий случай, чтобы не упал, я аудиокарты зажал. Вот, на всякий случай. Так, в принципе, оно держится вообще намертво. Ну, бывало у меня падало, и сами знаете, если микрофон ёбнется, мало не покажется. Ну, аккуратный проводок, колхоз, нормально, в принципе. Нанолиф, я его, у меня еще есть нанолиф, еще штук, наверное, еще штук 5, наверное, но я не стал до конца доделать, потому что микрофон стоит, будет криво все. Вот, в принципе, до сюда нормас. Он еще такой... На него нажимать, можно ставить там всякие кружки и так далее. Главное, не мокрые. Это Juno DS, Roland и так далее. Я его, короче, купил у богатой семьи, которая купила своему ребенку, да, его, не зная, что это такое, потому что ребенок захотел играть на пианинке, видите ли. Ну, и ребенку не понравилось, они мне продали, блядь. Дешевле в раз 7, наверное. Ну, короче, они даже не понимали, что они продают. Это и вакодр, и хуёдр, мощь. Здесь всякие старые мои принадлежности. Это ваши. Ну, что у меня сохранилось, остальное у меня в ящиках, всякие рисунки и так далее. Вот, что осталось, всякие письма, блядь. Ну, как у блогера, короче. Скоро золотой альбом придет. Награду за синоним. Что, монитор у меня, мониторов, я решил отказаться от всех мониторов, от iMac, только телевизор, но телевизор только для гостей, с которым я пишу музло, ну, чтобы они здесь сидели, сами понимаете, чтобы за спины моей не выглядывали, что я там делаю, чтобы сверху все было, ретранслировалось, и все, а так я его не включаю, когда пишу музло, и, короче, вам советую, что, ну, его нахуй, у меня все моники стоят, что, я использую, вот, аудиокарта, медиаклавиатура, кому интересно, хорошая, более чем, наверное, никогда в жизни ее менять не буду. Вот это тоже пробелы спрашивали, Yamaha, ребят, это обычный синтезатор, самый обычный, просто он по USB, как миди-клавиатура работал, я его купил за 1010 рублей давным-давно. Вот, это у меня Dual контроллер, короче, офигенная штука. Вот, не обязательно для сведения, можно для чего угодно, к чему угодно привязывать, если вы там, в принципе, с головой дружите, можете биндить разные пресеты в FL-ке, бомба, сокращает время пипец, но самое важное, что сокращает время, это вот это, я под каждый, я, по-моему, показывал как-то на трансляции, под каждый забиндил тулсы из FL Studio, и клавиатура перестал пользоваться практически, то есть я сижу, у меня в одной руке Stream Deck, в другой... мышкой, и быстро, на 60% точно мне работа сократила. Stream Deck, пришлите мне, пожалуйста, еще одну, я слышу, там их можно вместе делать. И зря вы позиционируете это как штука для стримов, она вообще далеко не для стримов, вы слишком для дебилов ее делаете, делаете для умных людей, я бы хотела, чтобы была еще больше, вот, как клавиатура полноценная. Или было бы ну ладно, все уж, догадки пошли. Это просто стол у меня, ну, с медюхой, который я мобильный, я, в принципе, это в рюкзак складываю, если куда-то иду работать, ну, если где-то нужно музыку пописать, в принципе, я забираю медюху и комп. У меня все пресеты, все остальное лежит на флешке, господи, я туплю, когда он проснулся, на винчестере, который такой достаточно, не из дешевых. Вот, ну, косарь баксов стоит, и он, типа, передает по 4 гига в секунду.
И там вполне, ну, вполне легко можно все сэмплы хранить, проекты и так далее. И здесь пустая файлка, и здесь пустая файлка. Мне только винчестер подключать и, в принципе, как угодно работать. Ну, на всякий случай, когда я хочу на ноуте докончить что-то, я его сюда сажаю, да, и, в принципе, доделаю. Вот, это все, все остальные старые мои железки, я уж не буду про все подряд рассказывать, потому что вам что, по студиям у DJI D-Mixer, блядь. Это просто комп не игровой, ну, стол игровой, я его еще только-только начал расставлять, мне еще коврик вот этот черный стирается, который у меня на все, и еще, короче, ну, вы поняли, здесь, в принципе, только стримы будут, да и это самое, HP Omen, кому интересно, ну, клавишу, ну, это я сам выбил, вот, обалденный, охуенный, до сих пор не подводит, вообще, даже в Red Dead Redemption играем онлайн. Все, в принципе, пионер диджей, блин, играю по чуть-чуть. Дорого, но клево. Ничего не придумал, как вот так вот расставить, поставить доску для планов, не знаю. По поводу конусов, мне спрашивали, как ты сделал, типа, шумку, как у тебя оно, что? Никак, ребят. Никак. Вот посмотрите, никак от слова никак. Это я сделал для того, чтобы у меня просто, видите, Yamaha SS8, по-моему, как-то они так. И у них, они гудят в жопу, короче. И чтобы хотя бы, ну, хоть какой-то бас ловило, я по углам расставил конусы, реально звук перестал гулять. То есть это не какое-то гениальное решение, подсмотренное в интернете, и окна замуровал. Там еще, ну, вы сами понимаете, это центр Питера, и окна не пластиковые, и внутри там, ну, короче, слышно улица пипец. Я между окон засунул поролон, и еще поверх, и вот слушайте. Почти не слышно улицу, а слышно было пиздец, как будто я там стою. Вот, так что да, я сильно не выебывался, у меня, во-первых, конусы кончились. Ой, эти, ну вы поняли, уголки кончились. До конца не получилось добить, ну реально, вы заметите, все, звук исчез, короче. В принципе, можно даже и писаться. Вот, короче, ну такая херня, видите, немного колхозненько, но... Внешне выглядит бомба, прям, согласитесь, бомба. Я считаю, для создания музыки самое то. Наконец-то у меня теперь комфортное местечко, которым можно заниматься своим делом. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы подписаны, отпишитесь от меня и подпишитесь снова, потому что Инстаграм меня банит, блядь, черный список закинул. И вы мне должны помочь, моя семья и любовь. Все, давайте.